Большая часть работ по строительству нового резервного водовода Уанацхинвал выполнена. Строительство ведется в рамках инвестиционной программы на 2018-2019 годы. Начальник строительного участка Эльбрус Горцев отметил, что особо сложный участок расположен в селе Уанат. Глубина траншей составляет больше 5 метров. В настоящее время активные строительные работы ведутся в восточной части Цхинвала. Можно сказать, что мы идем впереди графика. Уложили трубы. Порядка 14 километров из 16. Трубопровод сам по себе начинается с более крупного диаметра 560 и заканчивается уже около резервуаров 500. И финансирование благодаря руководству республики, лично Анатолия Чапибилова, все идет по плану. Параллельно работы ведутся и в селе Приз. Строятся резервуары для воды. Отсюда в город спускаются две линии, которые на пересечении улиц Московской и Осетинской будут подсоединены к основной водопроводной линии. В селе Приз установлены два резервуара, объем которых по 3500 кубов. Установкой занимаются приглашенные с Ростова специалисты. На данном этапе какие работы вы выполняете? Ну, сейчас идет подъем просто резервуара для того, чтобы монтировать центральную стойку, которая держит крышу, чтобы ее приподнять на шпильке. Это вот для этого идет подъем. Потом опускаемся и подготавливаем ее уже к эксплуатации. Благодаря строительству нового водовода к концу 2019 года будет полностью устранена проблема питьевой воды. Алена Утева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня.